Край 100 тысяч вышивок в Чебоксарах 18-19 октября пройдет первый орнамент-фест. Фестиваль с говорящим названием «Ирэш», что значит «узор», примут участие художники, вышивальщицы, керамисты и другие мастера. Причем не только из Чувашии, но и из Санкт-Петербурга, Москвы, Ульяновска. Вернисажи, мастер-классы, конкурсы, творческие семинары – это малая часть мероприятий из программы фестиваля. Основные будут происходить в Чувашском национальном музее и музее чувашской вышивки. Кстати, чтобы напомнить участникам, как развивалось искусство чувашской вышивки, готовится выставка, посвященная 105-летию первого профессионального художника Екатерины Ефремовой. В рамках «Орнамент-фест» пройдет 5-часовой марафон по вышиванию, в котором примут участие педагоги Чебоксар и Новочебоксарска. Конкурс «Простота и уникальность» определит лучшие работы. Работы вышивальщиц, керамистов, мастеров декоративно-прикладного искусства и дизайнеров, которые в разных техниках используют чувашские традиционные орнаменты. Концерт фольклорных коллективов, обучающие уроки для желающих. Фестиваль «Ирэш» станет интерактивной площадкой для участников и гостей.